Всем привет! Вы на канале Калита Алекс. В сегодняшнем ролике представляем вашему вниманию стартер Balkan Car, который вы можете приобрести у нас. При заказе стартер приедет к вам в надежно запечатанной прочной коробке. На каждом стартере присутствует обязательный маркировочный номер и рядом показатели мощности, как видим здесь 12 вольт и 3,5 киловатта. При покупке стартеров обязательно обращайте внимание на наличие фирменного логотипа. При детальном осмотре можно увидеть бендик стартера, который предназначен для передачи крутящего момента от стартера двигателю автомобиля, а также для его защиты от высоких рабочих оборотов, на которых работает мотор. Количество зубьев у данного стартера на бендиксе равно 11. Посадочное место имеет размер 89, а вылет бендикса равен 47. Если говорить об отличиях от предыдущей модели, то есть 2,8 кВт, то в этом стартере имеется два изменения. Во-первых, сюда добавили несколько витков на якорь, а во-вторых, чуть-чуть уменьшили толщину вала. И сделано это было для того, чтобы выйти на более высокий крутящий момент. Как уже большинству из вас известно, стартер предназначен для запуска двигателя. Он состоит из трех основных частей – электродвигателя постоянного тока, втягивающего реле и приводной шестерни с обгонной муфтой. Электродвигатели применяются с электромагнитным возбуждением или возбуждением от постоянных магнитов. Последние более современные. Они компактнее, проще, потребляют меньший ток и имеют большую скорость вращения, но меньший крутящий момент. Приобретая стартер у нас, вы получите надежное, проверенное устройство с реальной рабочей гарантией от производителя. Также в любой момент вы можете позвонить и проконсультироваться по эксплуатации, установке или ремонту вашего старого стартера Balkan Car. Технологии давно движутся вперед, с каждым годом делая вашу технику все более комфортной и удобной. Установив такой стартер, к примеру, на ваш погрузчик, вы надолго забудете о проблемах запуска двигателя. Звоните по указанному номеру телефона и заказывайте необходимые вам запчасти и ремкомплекты на погрузчики, трактора, комбайны и множество другой сельхозтехники. Перед отправкой заказчикам мы тщательно проверяем каждое изделие на наличие дефектов или каких-либо других недочетов. Для более объемной информации смотрите другие наши видео, а также заходите в группу в Вайбере, которая ежедневно обновляется. На этом сегодня все. Вы смотрели канал Калита Алекс. До новых встреч!